Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Новый год – отличная возможность провести время со своим домашним любимцем. Но как сделать праздник интересным и для вас, и для вашего питомца? В этом выпуске мы расскажем вам 5 интересных вариантов, как отметить Новый год со своим домашним животным. Новый год – большое событие не только для людей, но и для питомцев. Однако человеческое празднование не подойдет животному. Любимец не может присоединиться к праздничному столу вместе со всеми ждать боя курантов. Как же сделать это время праздничным и запоминающимся для животного? Итак, представляем вам 5 интересных вариантов, как отметить Новый год с питомцем. Первый вариант в нашем списке – устроить кулинарное шоу. Приготовьте себе и питомцу ваши любимые лакомства. Это отличный способ не только улучшить свои кулинарные навыки, но и порадовать любимца. Если нет возможности готовить, лакомство можно купить. После кулинарного шоу можно устроить совместную трапезу с любимцем, чтобы оценить результаты ваших трудов. Устроить костюмированную вечеринку – еще один интересный вариант отпраздновать Новый год с питомцем. Подберите себе и животному костюму, выберите что-то, что будет радовать вас обоих. Выбирая наряд любимца, убедитесь, чтобы ему было комфортно в этой одежде. А чтобы запомнить этот день надолго, устройте фотосессию вместе со своим питомцем. Следующий вариант отметить Новый год с питомцем – устроить вечер игр. Найдите новые интересные игры, в которые вам и вашему любимцу будет весело играть. Также можно купить животному новую необычную игрушку и поиграть с ней. Такое времяпровождение сделает вас еще ближе с вашим питомцем и оставит и у вас, и у любимца приятные воспоминания. Еще один вариант в нашем списке – сходить в гости вместе с любимцем. Соберитесь с друзьями, у которых тоже есть животные. Так и вы, и ваш питомец можете весело провести время в компании единомышленников. Если у вас нет возможности переносить любимца, соберите гостей у себя дома. Смените обстановку, интересно отметьте Новый год вместе с питомцем. Например, можно уехать за город или за границу. Многие животные постоянно находятся дома, поэтому поездка в новое место принесет им море впечатлений и радостных эмоций. Однако не забывайте, что для многих питомцев такое путешествие может стать серьезным стрессом, поэтому хорошенько подготовьтесь к поездке. Выбирайте из наших вариантов празднования то, что ближе вам, и пусть этот Новый год запомнится и вам, и вашему питомцу особенной атмосферой. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!